Вот только что мы серьезнейшее сделали заявление с президентом России. Оборона и безопасность. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют. Путин приехал, тут кого-то пугает. Вот посмотрите после вот наших заявлений. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Беларуси человек. Поэтому говорить о том, что ну, кто-то кого-то поглощает, стоит вопрос, а зачем? Зачем? Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? По поводу цен на энергоносители. Я уже сказал, могу только...